Ну привет, спортики, спортсменчики, фанаты, любители и диванные чемпионы. Пока вы там думаете, как нас покритиковать или похвалить, мы тут пашем в нашем UFC-шном огромном красивом зале с UFC-шниками. У нас вот вообще все UFC. Каждая штука UFC. Каждая хреновина UFC. Даже блины UFC. Эти штуки UFC. Я уже показывал. Каждая гиря гантеля. Просто все UFC. UFC. Попадаешь в зал, он весь UFC. Это мой тренер, this my coach. That's right. For cardio. Number one. Сейчас я пойду к девочке, которая нам делает массажи, спрошу на коленник. Excuse me. Yes. May I ask you? Make sense for the knee protector? Protector. Yeah, like a, yes. Make sense or not? It does. Not better, yes? It would help you. Like a example, when I long time walk. Yep. Yes, it would help take pressure off of it. Good call. See you tomorrow. See you tomorrow. Все. Это у нас реабилитационный зал такой большой. Ну, вы все видели. Это я уже говорил. Зал славы. Крутючими ребятами Северен, Кутюр, Шемрок, Бас Рутен, Пейн, Урая Файбер. Я тут всего один раз пару лет назад был. Кому не показывал, смотрите. У нас такой тренировочный зал. Вон там. Ну, огромная площадя. Любой боец может говорить: я хочу завтра потренироваться там в такое-то время. Если никто уже до тебя не записался, ты можешь там тренироваться. Вот здесь мы можем тренироваться на грушах ударки. Здесь у нас ринг. А тут у нас клеточка. Наша дорогая, любимая. Всем видно. А самое интересное, ребят, знаете что? Вот Дана Вайт отбирает тут себе мешков или чемпионов. Кто как хочет. Видите, да? Сзади эта штука, перед ним клетка. Вы видите, это все за стеклом. Самое интересное, эта штука может нажатием кнопочки полностью затемниться. Здесь будет темная стена, как за стеклом, затемненным. И, в принципе, можно... Чтобы зрители или те, кто отбирает, не видно было, можно сделать, чтобы было видно. Вот. Поэтому, как хотят, так и делают. Видите, клетка, за ней там зрительский зал. Сейчас у меня появилось чуть время побегать, вам все показать здесь. Вон оленьик ходит, его по телеку показывают. По какому-то. Все, уже не показывают. Ринги, клетки. У нас всегда есть вода. Видите, да, Body Armor. Она бесплатна для всех бойцов. Всегда ровненько расставлена. Кто-то пришел, взял что-то, сразу обратно пришли. Те, кто за это отвечает, поправили, добавили, почистили. Всегда абсолютно чисто. Никаких сморчков нет у нас здесь. Бутылок. Забытых вещей, оплеванных тел и так далее. Ну, в принципе, все как у нас в России. Баба. У вас там все знают? Ну, может быть, не все, но многие уже ходят, смеются. Ребята даже очень заслуженные, крутые бойцы подходят, просят показать. Я не могу вам показать на эту штуку. Сам уже не помню, как она делается. Но есть такая. Вот.
Первопроходец. Легенда. Легенда. Пэт Милитич, Мэтт Сера, Казуши Сакураба, Чак Лидел, Маурис Смит, Ронда Роузи, Мэтт Хьюз. Все. Как я говорил, здесь мы можем взять какой-нибудь коктейльчик, орешки. Соки, коктейли и так далее. Либо мы можем заказать соки, коктейли уже там. О, excuse me, may I ask one more cocktail? Oh, okay. Ага. Like usually. Thank you. Евгеньевна, большой привет вам. Андрею Дмитриевичу и Мирону Андреевичу. А как определять, когда бойцу надо драться? Ребят, ну вот сейчас одному нашему знакомому российскому тяжу предлагаю там бой. Пишут мне, ну что, готов этот боец подраться с этим? Я ему пишу, блин, ну что, Вася, готов подраться? Ой, нет, давайте другого. Я пишу UFC, да давайте другого, что-то мы не хотим это. И все говорят, окей, Google. И все, и ничего не пишут. Неделю не пишут, месяц не пишут, два не пишут. Потом говорят, а давайте с вот этим. Мы им говорим, ну что, окей, этот боец годится. Он говорит, ой, нет, я что-то не готов. Мы говорим, UFC, не, он что-то на это опять не готов. А UFC говорит, нет, ребят, либо вы деритесь, либо идите нахрен. Я ему говорю, Вась, либо мы деремся, либо идем нахрен. Вася говорит, извините, придется драться. Примерно такой мультик я вам рассказал. Ну вот, ну не тяж, средний вес, недавно со мной так общался. Мы к нему имеем отношение. Вот, но в принципе схема одинаковая для всех. Для меня, для всех, для всех. Просто если я заявляю, я хочу драться только там с теми, кто 15 номер и слабее, то мне будут предлагать только 15 номер и слабее. И мне иногда предлагают их, иногда вообще не предлагают. Бывает такое, что 6-8 месяцев вообще ничего не предлагают, не спрашивают и так далее. Ну или иногда там, ну что вы там, как вы там? Мы говорим, да не, ну вот типа мы там болеем, снег убираем, траву косим. То это самое. Забыл, как это в мультике было. То корова поросилась. Кто-то понесла. Бой у тебя назначен. Бой мне не назначен, ребят. Ля-ля-ля. Сосновский когда? Сосновский уже скоро. Я думаю, в течение недели мы объявим бой Димы Сосновского. Был предложен соперник. Мы на него согласились. Вот и все. Алексей, что думаешь между инцидентом, между Нагибиным и Караханяном? Ребят, не знаю, но не нравятся мне инциденты, которые происходят в клетке или вокруг клетки. Это уже не спорт, мы тогда спускаемся до колхозного уровня. Какие бы там ни были эти самые, ну представьте себе какие-то инциденты, чтобы, я не знаю, там Мухаммед Али, я не знаю, там Александр Карелин, еще кто-то влазили в какие-то разборки, матерились, там посылали кого-то, прыгали в толпу, раскидывали всех, кидались на всех и так далее. Ну, фигня, это никогда не... Это не является чертой настоящего воина. Перформанс-институт, как вообще оказывается бойцы UFC. Любой боец UFC может приехать в перформанс-институт, предупредить перформанс-институт, сказать, я хочу приехать в перформанс-институт. Обычно это делает менеджер. Говорит, мой боец хочет приехать там с 1 по 15 число. Можешь ему там сделать какие-нибудь там программы тренировок, какую-нибудь там реабилитационную штуку, там может массажи поделать, еще что-то. Ему все делают и все. Он приезжает, но перелет за твой счет, проживание, снимаешь жилье за свой счет. В институте кормят и все такое. В Абхазии я был разок, ребят. Даниэль Ботвинник, ну, в принципе, каждый заходит на свое, так что зашел.
Вот, все, ребят, я сижу мокрый после тренировки. Я думаю, вы не хотите, чтобы я тут вышел из строя и отправите меня в раздевалку мыться. Чувствую себя, в принципе, неплохо, с каждым днем получше. Еще так чуть-чуть, уже буду кидаться тут на всех, кричать это самое. Давайте бой, всех порву. Или начать херню заниматься какой-нибудь. Все, ребят, с Богом. Видео, смотрите, я пишу классные вещи, вам записываю, вам это никто не покажет. Во всяком случае, вы перероете, вы потратите неделю на интернет, чтобы найти какие-то частицы того, что я показываю. Я реально показываю прямо изнутри все. С Богом. Все видео на моем канале YouTube находится.